Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Крюга ТВ. И как вы догадались, сегодня речь пойдет о таком танке американском, как Шеридан. Это новый легкий танк в ветке, который, ну, с одной стороны, должен завершать и быть венцом творения американской инженерной мысли, однако все идет несколько не по плану. Хотя действительно нововведений тут куча. Прежде всего, этот танк один из немногих, который умеет стрелять ракетами. Но в том-то и дело, что есть у нас такие птуровозки, как Ракетенягдпанцер или тот же ИТ-1, которые стреляют только птурами, здесь же у нас идет обычное орудие, можно сказать, которое может стрелять как птурами, так может и вести стрельбу другими типами снарядов, например, осколочно-фугасными или, что для нас более важно, это кумулятивами. Почему так? Сейчас все объясню. Итак, давайте быстренько сначала пройдемся именно по вооружению и по моим ощущениям от стрельбы из этого агрегата. Орудие у нас довольно короткоствольное, но тем не менее мне здесь гораздо больше понравилось использовать именно не ракеты, а кумулятивы. Почему? Все довольно просто. Зачастую приходится воевать на довольно близких дистанциях, а там ракета — это не самая лучшая вещь, которую можно придумать. Даже несмотря на то, что наши птуры самые быстрые и летят со скоростью аж в целых там 320 метров в секунду, все равно они птуры, и, например, скорость того же снаряда в 1000 метров в секунду они никак не могут перегнать, собственно. И противник в любом случае достанет до вас первым. А на ближней дистанции крайне важно выстрелить, закатиться куда-нибудь и все, и быть таковым. С птуром не получится, вам придется его вести. Причем здесь птуры — это вам не Ракетенягдпанцер, который там в аркаде можно ехать и палить птурами, и нормально. Здесь ты должен обязательно встать, смирно, руки по швам, встать в боевую стойку, после этого ты можешь запускать птур. Иначе улетит он не весть куда, то ли вверх, то влево, то вправо, то вниз, в общем, попасть будет проблематично. Зачастую он просто уйдет в землю, и ты уже, ну, ничего не сделаешь, понятное дело. А перезарядка у нашего орудия очень даже не слабая, целых 20 секунд с моим стоковым экипажем, и даже в топе она будет, ну, 16-17, что не есть быстро. Так что боимся и прячемся, пока у нас перезаряжается наше орудие громовержца. Короче говоря, с одной стороны, орудие обладает достаточной огневой мощью, по крайней мере, кумулятивы пробивают там 350 мм брони, птуры аж 430, при этом при попадании наносят действительно серьезный урон, но не всегда ваншотят, и это проблема, учитывая нашу перезарядку. Касательно бронирования, здесь все еще веселее. Танк создан буквально из фольги, ну, если быть более точным, из алюминия, но его толщина в 25 в среднем миллиметров, даже с небольшими наклонами, она не дает нам абсолютно никакой защиты. Что уж там говорить, в самом начале вы видели, как меня пулеметом убило Су-122-54. О каком бронировании после этого может идти речь? Конечно же, его просто не существует. Что касательно внутренней компоновки, то тут тоже не менее весело. По всему боевому отделению у нас разложена боеукладка. И возить с собой меньше снарядов особо смысла не имеет, ибо нам приходится зачастую довольно много их использовать. И даже если мы их уберем, то из боевого отделения они особо никуда не исчезнут. При этом стоит отметить, что там еще и баки. Короче, полная боеукладочка шахида. Что касается народа, то один в корпусе, трое в башне. Залетает мощный камерник в башню, до свидос. Залетает мощный камерник в корпус, то там взрывается что-нибудь и тоже до свидос. Короче, удар Шеридан не держит абсолютно ни от какого слова. Просто нельзя, чтобы по нему стреляли. Даже из пулеметов. Он, конечно, держит мелкокалиберные пулеметы, но 12,7 и им подобные вас будут аннигилировать, а это не есть хорошо. Так что будьте аккуратнее и под огонь противника не подставляйтесь. Что же касается подвижности, то здесь, наверное, должно быть все здорово, хотелось бы мне сказать, но, увы, этот ЛТ не самая подвижная машина в игре. Да что уж там, у нас даже нету 20 лошадиных сил на тонну. На 16,5 тонн массы у нас двигатель мощностью 265 лошадиных сил. Это не так уж, конечно, чтобы и совсем мало. Но это скорее показатель средних танков, чем каких-то легких, поэтому подвижности может не хватать. А учитывая полное отсутствие живучести, это очень нехорошо сказывается на нас. Да и при том силуэт у танка очень даже заметный, вы просто посмотрите, он размером с небольшую такую горку. Да, сам он не особо большой, но зато очень высокий, и попасть по нему проблем особых не составляет. Так что с одной стороны у нас есть вроде бы неплохое орудие с очень длинной перезарядкой, и есть птуры, которые добавляют нам фишку
фишечку в геймплей, и при этом птуры опять-таки дают нам замечательную кратность прицела, с помощью которой тоже можно делать на джеб. Но здесь все упирается в то, что танк не живет от слова абсолютно, и подвижность, ну, не всегда достаточная. Она хорошая и позволяет там рейдить по тылам и по флангам, но далеко не всегда вы сможете уехать от противника или оказаться там, где вам нужно. А это уже ставит большущий крест на этой машине, как на легком танке. Так что использовать его скорее приходится как-то с крысочитерской точки. По крайней мере, находите позицию и оттуда начинаете наваливать. И в ближнем бою танк полностью беззащитен. Влетите на какой-нибудь Т-10, и даже кумулятивы ваши с хорошим пробитием не спасут. Если вы его не ваншотите, то вы просто, скорее всего, не успеете перезарядить орудие и получите в жбан. Он может вас убить как пулеметом, так и основным орудием, так что вариантов, как вас будут аннигилировать, целое огромное количество. И в итоге, будьте аккуратны и не лезьте особо на рожон. Издали и из каких-то закрытых позиций машина работает гораздо лучше. Да и живет она в умелых руках и в правильной позиции гораздо дольше. Ну а с вами был Крюга ТВ. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Всем пока, удачи!